завтра. Салон чисто! Багажник оружия! Тренировки у бойцов отряда «Собр Коловрат» – непрерывный процесс. Физподготовка, огневая, оттачивание командной работы, проработка возможных боевых ситуаций. В реальности права на промедление или ошибку нет. Поэтому внимание к деталям и рутинное повторение раз за разом. Чтобы каждое движение стало автоматическим, выверенным. От мастерства каждого из ребят зависит слишком многое. Работу «Собр» выполняет абсолютно любую, в любых местах. В любых регионах. Подготовка занимает все время между работой и командировками. Все остальное время мы готовимся. В Рязани СОБР был образован 18 февраля 1993 года, а уже с 1994 офицеры спецподразделения выполняли задачи в горячих точках Северокавказского региона. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, сотрудникам Рязанского СОБР вручены более 200 государственных наград. В апреле 2016 СОБР вошел в состав Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации. Нам, чтобы не сбавлять темпов и не нарушать процессы тренировочные, у нас все должно замыкаться именно на движении. Мы всегда должны двигаться, а движение – это у нас все на тренировках. То есть и этот процесс тренировочный, он способствует, скажу так, что успешным выполнением задач. Сейчас также дополнительно у нас группы появились специалистов, это которые работают с техническими средствами видеонаблюдения, это с высоты. Вот, что в данных каких-то моментах это облегчает нам как бы обнаружить противника и также самим безопасно где-то проникать также в объекты и двигаться по горно-лесистой местности. Уже более 30 лет основные задачи СОБР остаются неизменными. Участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в специальных операциях по предупреждению и пресечению преступлений, освобождению заложников, а также обеспечение силовой подготовки оперативно-розыскных и иных мероприятий как на территории Рязанской области, так и за ее пределами.